Здравствуйте, товарищи инженеры, меня зовут Федор, вы на канале Федисплей. Это игра Факторио с модами от Боба и Ангела. Мы продолжаем потихонечку развивать нашу фабрику. Опять же, сегодня, скорее всего, серия будет такая, что я буду много рассказывать и мало делать, потому что моя функция здесь, скорее, сейчас административная. Я про это уже 100 раз говорил. Предыдущую пачку записей мы закончили на том, что практически расставили здесь цеха, которые производят у нас всякие минеральные продукты, стекло, камень, блоки, кирпичи, вот это все. Сейчас нужно потихоньку переходить к металлургии, но вначале имело бы смысл вот это вот место немножко доделать. Здесь у нас производится промывка кусков, ну, кристаллов точнее. Тут все по очереди идет. Здесь у нас идет рудоподготовка и обогащение руды. Сначала мы дробим, потом мы промываем кристаллы, потом дальше еще будем промывать. Ну а здесь, ну, я напоминаю для тех, кто, может быть, забыл или не смотрел, или не знать да забыть, как ты вспомнишь. Но сейчас есть некоторые проблемы. У меня были обозначены, скажем так, вот этими красными квадратиками и цифрами. Это приоритет расстановки. Сейчас это нужно немножко поправить будет и чуть-чуть по-другому сделать, потому что ряд производств мы просто не можем расставить ввиду того, что у нас не хватает технологий, которые дадут нам минимум постройки. Ну, скажем, вот для производства титана на Т3 модулях, если посмотреть во ФНЕЙ, сюда. Так. Ну, можно не титан, можно тот же кобальт. Он тут тоже идет. Он у нас требует... Так. Не то. Сейчас найдем. Вот. Он у нас требует Т4 сортировочный завод. Мы их пока что с большим трудом либо делаем, либо вообще не делаем. Ну, не делаем, потому что технологии нет. Вот, и технология сама потребует вот эти данные. Так как данных пока нет, и они еще не исследованы, то придется временно вот этот план поставить как неактивный. И я сейчас буду заниматься тем, что я буду вот эти планы планировать. И вот это все. Покажем фиксикам то, что... Ну, со мной сегодня двое здесь. Это Влад и Флаки. Я уйду с кота, покажу им то, что они могут заниматься своими делами, чтобы не затягивать. Опять же, сейчас довольно редко будут выходить вот эти все серии. Ну и так уже многие заметили, там чуть ли не месяц проходит между эпизодами записи, потому что, ну, не получается сконтачиться нормально. Вот, плюс ребята тут еще за кадром делают зачистку. Тут сейчас достаточно много зачистки было сделано, но вот как мы видим, верхняя часть фабрики сейчас представляет из себя вот такое зрелище. Плюс все еще есть некая сложность. Ангел там постоянно какие-то апдейты непонятные вводит. И вот последний апдейт, который был, он вызывает краш игры, если персонаж умирает. Но это какие-то проблемы там у него. Об этой проблеме было написано и на форуме. Ну, на форуме, я имею в виду, модпака ангеловского. Но он обещал там в ближайший какой-то крупный мажорный апдейт это пофиксить. Ну и периодически выходят минорные апдейты, которые все ломают, ломают рецепт. Я не знаю, почему так разработку странно ведут. Но, тем не менее, приходится все это превозмогать. Поэтому очень много времени на это может уходить. Собственно, пояснил, чтобы какие-то пробелы вот такие в непонятках устранить. В общем, здесь у нас готово два цеха расставлено на глиняный, на бетонный кирпич. Надо будет сейчас туда съездить и эти цеха, наверное, проверить и запустить. Ну и тут не готово, кабеля нет. Я что-то не знаю, в предыдущий раз их не успел либо запустить, либо что. Вот, и здесь нужно поменять везде приоритеты на нули. Мы договорились, то, что 0 у нас, это значит, что пока что с этой станцией никак мы не работаем. Ну, не со станцией, а с этим цехом никак мы не работаем. Потому что... Иначе приоритеты нормально не расставить, и все это забудется. Так что я сейчас вот это все проскипаю. Ну, точнее, поскидываю на 0. Здесь 0, потому что все равно это все расставить нельзя. Плюс сейчас есть книга заготовленная с основными блюпринтами. Они все сделаны очень схоже, очень однотипно. И каких-либо, скажем, проблем в проектировании не вызывали. Так, вот есть книжка. Здесь производство слитков сделано, производство... рулонов пластин, но тут вся металлургия сделана. Далее тут метизы идут, всякая проволока, прочая фигня. Прутья.
Ну и вот эта промывка кристаллов, по идее, сейчас у нас эти установки моечные, они должны уже производиться на нашем моле, поэтому можно их расставить и дальше уже использовать эти кристаллы для получения каких-то конкретных типов руд. Плюс еще есть кислота. Это нужно будет сейчас все установить. Ну, по крайней мере, разместить блюпринты. А здесь, например, ну вот то же самое серебро. Оно сейчас из обмылков делается. Чуть позже, когда появится производство вот этих осколков, можно будет из них уже как-то это все делать. Потому что, скажем, кристалл, он через оранжевый катализатор как раз-таки вот это все позволяет. Но оранжевые катализаторы мы пока не производим, к сожалению. Но при этом кристаллы можно сортировать. Ну и, соответственно, завозить на сортировку куда-то. Потому что сейчас сортировка идет вот тут сортируются просто Т1 обмылки. Ну, они отсортируются, и потом уже завозить кристаллы. Чуть-чуть больше какого-то ресурса мы с этого получим. Так, значит, здесь. Я сейчас сразу команду, наверное, дам фиксикам. Тут пускай будет 0.1. 0.2. 0.3. Лишь бы ничего не забыть. Это, по крайней мере, то, что можно уже расставлять. 0.4. 0.5. Тут будет 0.6. Пойдут вот такие приоритеты. Ну, и я буду вот этим, наверное, заниматься. Здесь поставим 0.7. И тут пускай будет 0.8. Углестанцию. Так, хорошо. Эти приоритеты у меня расставлены. Я здесь сразу же, наверное, в принципе, блюпринтами. Ульгеи кислоты. Ну вот можно на примере кристаллов кратиниума сделать. Создам копию. Просто подогнать его сюда. Ну, вот таким вот образом блюпринты расставляются. Просто здесь много леса. Лес надо сначала удалить. Так, ну, вроде норм. Сейчас я метку создам. Так. Цеха. Все 6. Так, где бы его разместить? Сюда. Ну и метку сделаю красной. Все, я сразу могу им линкануть. Надеюсь, они заметят. Потому что книга это у нас залита. И сами блюпринты, в принципе, у них есть. Здесь мешает лес, поэтому я не ставлю его туда. Ну а тут рубит... Хотя ладно, давайте какие-то блюпринты я сюда поставлю. Оно здесь опять же все друг за другом чередуется. Коннектов никаких нет. И все сделано по единому образцу. В этом большой плюс. То есть мы за какое-то время, скажем так, правила проектирования блюпринтов для себя выработали. Но это все, конечно, с большим трудом внедрялось, что приходилось постараться все это переделывать, но тем не менее уже вот есть правила оформления блюпринтов некоторые, и соответственно это позволяет независимо проектировать блюпринт под это дело. Так, ну ровно вообще встал, блин, палец дрогнул. Да, независимо проектируется блюпринт кристалл бобмониума, вполне уже можно его расставлять. Здесь мешает лес. Сюда я ставить, наверное, не буду, потому что неудобно будет леса выпиливать. И все это разом собирать. Так, кристалл рубита удаляем. Это удаляем. Бомбони тоже можно удалить. Следующее, стеротит. Неохота книжку с несколькими уровнями вложенности просто мышкой листать.
геморройно. Проще вот так вот делать. И джевелит. Сапфирит пока ставить не буду, потому что там лес. Так, джевелит. Все, дальше сами разберутся. Ну и, как мы уже договорились с фиксанами, как только цех расставлен, они меняют просто цвет. Ну, вот этого значка, который приоритеты задает. Я, соответственно, понимаю то, что здесь сделано. Зачем здесь иконка готова была поставлена, я не знаю. Это неудобно. Забивает слишком сильно карту. Лучше вместо вот этого просто вот так вот делать. Все, и, соответственно, я понимаю, что цех готов, еду туда, проверяю его и запускаю. В этом цехе не готово кабеля, тут какие-то проблемы есть с кабелями. Ну, это уже сам автор схемы, ну, кто расставлял ее, там Гами, наверное, расставлял. Он потом, когда с командировки приедет, все это починит. Все это починит, расставит и схему запустим, потому что в данный момент железобетонный кирпич, это тут не самое критичное, что может быть. Так, а мне нужно съездить... Паровозец. Съездить сюда и позапускать цеха. Хотя я почему-то думал, что я вроде эти цеха запускал, не знаю, может быть. Может быть, что-то здесь фиксики переделали, пока зачистку делал, потому что я не помню. Что раз в месяц, когда это все записывается, из башки напрочь вылетает очень-очень много всякого. Ну, поезд пока едет, я, наверное... Блин. Тут давайте тоже метку, наверное, поставлю. Цеха на кислоты расставить и точно так же сюда. Тоже метку дам. 7-8. Им этого достаточно тут будет. Прям за глаза. Надо, наверное, вот эту очищалку еще отсюда убрать. Она тут, в принципе... Хотя она сейчас не мешает. Это очищалка. Так, приехали. Ну и тут для полноты картины, наверное, нужно было бы ЛТН-станции воткнуть. Ну, это ладно, лес мешает, с лесом неудобно просто делать. Давайте посмотрим на кирпичей, что у нас тут получилось с расстановкой цехов. Тут, в принципе, все готово, запросы сделаны, песок, глина, углерод, известь, углерод, глина, песок. Вроде даже проблем никаких я тут не наблюдаю. Давайте запустим, посмотрим, что произойдет. Включаем здесь 20 минус 100 минус 100. Но эта настройка не требуется, так как здесь станция снабжения идет. Надо еще проверять, чтобы направления манипуляторов, точнее лоудеров, были правильно сделаны. И никакие поезда сюда не едут, потому что запроса нет. Запроса нет. Известь, песок, глина, углерод. Чем запроса нет, я не знаю, надо подождать будет. В чем там проблема? Что известь, песок, по идее, здесь должны быть в наличии. Но вот поехало снабжение, можно посмотреть, куда поезд собрался. Он едет в 9-12 F3, лот, известь. Ну, как раз-таки ко мне сюда поехал. АБЦ. Ну, это сектор D должен быть. Так, давайте посмотрим название уже до станции. Сектор D. Может быть, я что-то путаю. А, блин, черт, это время на станции. Не туда посмотрел. Да, все правильно. На разгрузку поехал. Ну, песок едет. А здесь у нас едет известь. Тоже отсюда. Все, ждем тогда, пока сюда придет. Я думаю, можно, наверное, отсюда метку убрать. Хотя нет, зря убрал.
Надо убедиться, то, что цех полностью работает, когда поезда сюда привезут все ресурсы. Бетон и кирпич, каменный блок, бетон. Жидкий бетон должен ехать по трубе. Здесь запроса никакого нет. Отсюда жидкий бетон. Давайте запросим сразу же. Откуда он там приедет, не знаю. Вообще, по идее, здесь должен делаться. Да, жидкий бетон здесь. И хлор, и жидкий бетон тут... Хорошо, прям заполнено. Я надеюсь, схема сама глючить не будет, то, что выбираться будет правильный насос. Вообще, по идее, это тестировалось, вроде как норма работала. Ну да, поехал за бетоном. Хорошо, это работает. Значит, запускаем... Точнее, проверяем, запускаем данный момент. Кирпич, каменный блок, бетон. Напомню, кто не в курсе, вот этот включатель умный, с высшим образованием, он управляет в целом подключением в сеть всего цеха. Соответственно, если здесь меньше этой уставки, каменного блока или жидкого бетона, он включать цех не будет. Ну, если меньше 100. Ну и, понятное дело, как только бетонного кирпича 20 тысяч накопится, то вот этот цех, он точно так же отключится. Ну, сейчас он, понятное дело, выключен, потому что сигналов никаких не идет нужных. Ну что, запускаем. Минус десятка. Тоже надо подождать. И... Тебя удаляем. Приехал песок, приехал известняк. Вот углерод. И что тут у нас еще? Глина что-то пока не едут. Глина поехала, а вот с углеродом какая-то беда. Ну, видимо, ограничение на количество поездов, поэтому пока что нифига не едет. Тут разгрузка идет. Подождем. А вообще, углерод. Мы производство должны были химозы всей где-то вот в этом месте сделать. Вот есть углерод. Сколько его здесь? 41 тысяча. Поезд сюда пока что не запрашивается никакой. Что-то не хочет Алтен сюда отправлять. Влад из-за угла подошел. Так, не то посмотрел. Все, углерод поехал. Ну, осталось нам чуть-чуть дождаться. Ну, понятное дело, что сначала поехал забирать продукцию. Только что-то он как-то странно едет. Слушайте, почему он туда поехал? Тут снабжение включено. Излишки получается. Я почему-то думал, что это было переведено на новый хаб. Но это почему-то у нас нифига не переведено. Тогда придется место еще под хаб освобождать. Где-то. Наверное. Но это надо проконсультироваться у фиксиков. Может быть, я что-то упускаю из виду. Какой-то момент. Поехала глина. Здесь поехали каменные блоки, но тут пока что жидкого бетона нет. Я все жду запуска этих цехов. Но это явно быстрее, чем я каждый цех буду отдельно расставлять. Сам запускать, что долго. А, ну бетон уже есть. Все, поехали кирпичи. Что ж, здесь можно констатировать факт, что бетонный кирпич делается нормально. Соответственно, я тогда эту метку отсюда удаляю. Ну, видите, сколько ждать приходится. А тут? Тут мы пока ждем углерод. Теперь, кстати, эти кирпичи... Глиняный, бетонный, можно потихоньку будет перевести на мол, потому что они там используются. Ну, или на мол, или колхоз глиняных кирпичей, вот оно тут есть. Перевести сюда, сделать тут запрос, потому что компоненты, необходимые для... Ну, для всех построек, они вот как раз-таки требуют эти типы кирпичей.
Сюда чё-то фиксики не спешат ехать, устанавливать. Ну ладно, не суть. Углерод, ты где? О, отлично. Углерод загрузился. Ну, тут поезд должен быстро доехать. Так, теперь, пока поезд едет, давайте распределим заново. Я это распределял предыдущие разы, но ввиду того, что сделали доп-зачистку, я думаю, что можно еще раз немножко переиграть компоновку по металлургии по всей. Что тут изначально регион вот так планировался, но мне не нравится вот это расположение, потому что придется наливайку сносить. А сносить наливайку пока вообще не хочется. Ну и здесь не в тему хладагент и нестандартные металлы получается. Их лучше бы куда-нибудь вот сюда перенести. Поэтому это будет все переделано немножко по-другому. Слитки металлические будут вот здесь делаться, в этих трех сити-блоках. Здесь, соответственно, пойдут жидкие металлы. Ну, их как раз должно хватать. Здесь уже пойдут слитки, плиты, рулоны. Ну, а тут метизы пойдут, всякие катушки и прочее. То есть мы просто вот это вот 3 на 4 поворачиваем против часовой стрелки и располагаем их вот здесь. Там поступало от фиксиков конструктивное предложение сделать все это в ряд сюда, 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 сюда. Но мне немножко эта компоновка не нравится. Хотя, может быть, и это было бы логично. То есть это было бы сделано примерно как тут. То есть тут у нас идет сортировка, и она постепенно из одной в другую переходит в это место. Но, с другой стороны, если поезда развозят все вот эти компоненты строительные, то нам абсолютно нет никакой разницы, каким образом расположен у нас цеха. Так что, что горизонтальное такое длинное расположение, что как-то более компактное, ну, мне компактное больше нравится. Вот прям квадрат шпрахте жгут, чем длинное вытянутое. Ну и плюс я все же хотел бы металл оставить здесь, а нефтехимию вот в это место перенести. Ну, точнее, продолжить ее дальше туда вверх. А вот это длинное расположение, оно немножко тут нарушит данные планы. Плюс тут еще место какое-то пустое остается. Так что все-таки, наверное, сделаю вот так вот, с поворотом. Ну что, заработало? Да, глиняный кирпич поехал. Я просто ждал, пока это привезут, поэтому рассказывал параллельно. Что ж, эту можно тоже удалить. Будем считать, что цеха у нас принята в работу. Ну и начали производить кирпичи. Здесь пока что расстановки никакой не идет. Я так понимаю, что фиксикам просто очень долго тут собирать материалы, либо рецепты какие-то поломались на моле. И они просто не успевают все это параллельно делать. Вообще, надо как-то, наверное, до костюмов будет потихонечку потом дойти. Ну, когда все будет расставлено, чтобы побыстрее с помощью костюмов оперировать вот этим вот всем. Минуточку, у меня есть? Нет. Надо, наверное, съездить, взять термитов, если они есть, и повыпиливать тут термитами. Хотя фиксы туда уже поехали, но просто это будет быстрее, чем... Я могу параллельно болтать и выпиливать термитами, это будет удобнее. Удобнее и быстрее. Так, у меня станция розовая снизу, поэтому поехали вот сюда. Ну и здесь, чтобы не запутаться, сделаем, наверное, следующее. Я порядок, в котором будут располагаться... производство обозначу, наверное, вот сюда метками. То есть вначале у нас идут слитки. Блин, где вы есть? Очень много разных слитков. Так, здесь, значит, идут слитки. Дальше. Следующая линия. Я сейчас все эти слитки, конечно, поменяю, чтобы, ну, чтобы понятно было, где какой материал производится. Дальше тут идут жидкие металлы.
Добавляю метку. Мне пока не важно, какие метки идут. Дальше. Здесь идут рулоны, катушки. Ну и тут металлические изделия. Метизы, так называемые. Всякие катушки и прочая херь. Вот такой вот сектор получается. И ничего сносить не нужно. Не нужно будет сливать, сносить наливайку. Не нужно будет это пока убирать. И под нефтехимию остается вот этот блок. Плюс его потом можно чуть больше расширить. Хотя вот это горизонтальное планирование, оно, конечно, может быть, как корректно и верно заметили, оно читается, может быть, чуть получше. Но с точки зрения компоновки оно мне не нравится. И текущее мое тоже не нравится. Слитки металлов. Поэтому мы их удаляем потихоньку. Но название слитки металлов я сейчас перенесу сюда. Слитки металлов. И жидкие металлы тоже точно так же отсюда удаляем и переносим в это место. Всего там получается 12 металлов. Ну, расчет такой изначально был. По 12 разных типов. Может быть, их там в итоге больше получится, а черт его знает. Поэтому нужно какой-то резерв будет оставить. А резерв останется, скорее всего, вот в этом блоке. Ну и тут, понятно, будет нестандартный металл и хладагент. То есть вот это вот отсюда нужно сюда перенести. А то иначе оно как-то тут ни в склад, ни в лад мешается. Так, это удаляем. Слитки тоже удаляем. Ну вот как-то почище стало выглядеть. Так, паровоз. Я хотел взять термитов, чтобы выпиливать лишний раз лес. Так, стоит поезд. А флаки начал расставлять уже. Но раз ему так удобнее, пускай тогда сам здесь начинает именно с этого цеха. Лес не очень удобно было убирать. Так, а где нам работать термиты у нас? Интересно мне знать. Может, конечно, запрос сделать? Дроны тогда побыстрее все это мне притащат. Блин, ну что-то я задолбаюсь, походу, эти запросы делать. Вот, капсулы. Ага, то есть термиты даже у нас и не производятся. Блин, ну это печально. Ладно, хрен с ним. Тогда я просто возьму рельсы и пока что поставлю персонажа сюда и буду расставлять вот этот блок. Так, мне нужен... мне нужна книга. Углерод, никель. 4 LTN Station. Вот это вот. Сюда и сюда. Довольно много выпиливать придется. Есть ли у меня в наличии станции? Нифига нет. Нужно взять тогда. Плюс светофоры дополнительные не помешают. Так. LTN станции десяток. Можно 20 даже взять. И железную дорогу все отжать. Наноботы у меня в наличии есть, но можно, наверное, еще пару стаков накинуть. Теперь касаемо производств и как все это будет выглядеть. Это вот достаточно сложный момент. Плюс тут еще ресурсы есть, которые нужно было бы как-то выработать. Давайте пафны, наверное, попробуем сориентироваться. Слитки, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Кремний тоже туда пойдет. 13, 14... 15, 16. А тут под 18 резерв идет.
Ну, кстати, в принципе, если всего нужно пока 15-16, все ходовые пока сюда можно поставить, вот в эти блоки. Ну, пока руда вырабатывается, вся вот эта. А вот это место и, скажем, вот это не трогать пока что. Ну, ввиду того, что здесь месторождения, и их было бы неплохо для начала выкопать, эти самые месторождения. Паровоз, ты реально считаешь, что тебе нужно было... Ох, господи. У него осталась временная точка здесь, дурацкая. Он, я съездил, приехал обратно. Ну вот как. Жеванный крот. Это фиаско, братан. Надо за этим радаром внимательнее следить. Это начинается. Так, теперь... Надо подумать, какие слитки у нас тут самые ходовые получаются. Плюс ориентация-то у нас ведь пойдет станции горизонтально. Давайте, наверное, для начала я сделаю разметку именно по ЛТНовским станциям, чтобы так лучше понимать было. Тут нужно будет сделать отсыпку. Достаточно быстро, потому что здесь... Вроде как немного ресурсов. Вот это вот напрягает. Все остальное вроде не так сильно. Тут получается 6 металлов. Здесь 7, 8, 9, 10, 11. Да, это будет самый такой последний. Здесь, значит, у нас идут 6. Меняем опять метки. Железо, ну, прям можно смотреть по, я думаю, по этим рудам. Свинец, олово, медь, железо, это первые слитки, которые делаются. Плюс там всякие марганцы и прочее пойдет, это тоже нужно учитывать. Слиток. Слиток железа, правильно называется? Железный слиток. Как-то так. Но это я пока болванку делаю. Тут все равно это достаточно долго все размечать. Может быть даже... Ну, не может быть, а точно в этом эпизоде все это не успеется. Железо. Дальше здесь медь пойдет. Добавляю метку. Кстати, можно, наверное, ориентироваться по... Так. Блин, сейчас начнут выкидывать. Давайте-ка временно вот это все скинем. Занимает много места впустую. Эти можно поубирать. Ленты мне тоже тут особо в таком количестве не нужны. Это я, видимо, какие-то апгрейды делал и не скинул в поезд лишнее. Собственно, где я хотел посмотреть? Взять вот это вот и ориентироваться. Железо, медные слитки. И сразу же, может быть, расставлять блюпринты. Олово, оловянный слиток, свинцовый слиток. Железо, медь. Тут, допустим, будет свинец. Так, где он там? Блин, свинец я тебя найду, нет? Вот. Свинцовый слиток. Ну и тут тогда оловянный слиток идет. Надо, наверное, самому взять отсыпку и начать засыпать вот эту всю территорию. Иначе это все очень-очень долго затянется. Оловянный след. Железо, медь, свинец, олово.
Это основное. И сверяемся по книге. Что сразу бы хотелось все-таки блюпринты, наверное, расставлять, чтобы тут сопли не жевать. Железо, медь. Ну, вот, кстати, по поводу вот этих вот цехов. Они похожи на то, что у нас было до этого сделано. Только сразу собраны под конкретные слитки. Тут печки идут. Дальше прессовка. Блин, как они? Пилеты железные, как они правильно называются. Не видно, блюпринт мелкий просто. Что по техпроцессу, если посмотреть. Так, где-то. Там вот это применено. Что сейчас это можно делать. Ну, а по-другому железные слитки, ну, можно вот с гидроксида железа делать, но это потом можно переделать при необходимости. И сейчас оно производится из гранул и известняка. И сама схема... Почему-то они не сделали, чтобы можно было приблизить, увеличить. Тут ни хрена не видно. В итоге мы получаем сначала вот эту тележку руды, дальше мы прессуем в гранулы, ну и здесь уже сами слитки получаются. Очень плохо видно. Ладно, давайте с этим, наверное, может быть, в следующий раз уже займемся. Ну, в следующей серии, когда там она выйдет, через день, через два. Это я отсюда удалю, так как мне уже понятно, что заглушка готова. Сейчас я тут остатки расставлю. Я все-таки сам возьму отсыпку. Отсыпки у нас должно быть дофига. И оформлю вот этот блок под будущую металлургию. То есть тут будут слитки стоять, это я засыплю при вас. И расставлю цеха и дам поручение фиксикам уже, чтобы они начали производство под слитки под эти расставлять. Потому что иначе все это будет очень долго. Ну а я, пожалуй, поеду. Так, где ты? Я, пожалуй, поеду на старт на наш. Ну и заберу там сейчас отсыпки. Серию на этом буду заканчивать, данный эпизод. Сегодня начали потихонечку тут уже... Ну, я надеюсь, тут начали уже расставлять фиксики. Не знаю, когда там получится у них все это расставить. Но, по крайней мере, вот план на ближайшие несколько серий у нас уже обозначен. То, что мы расставить не можем, обозначено нулями. Остальное я принял. Ну и запущены цеха на глину, на глиняный и на бетонный кирпич. Тут уже потихонечку производство пошло. Я потом еще у фиксиков уточню, нужны ли вот эти кирпичи где-то на моле. Ну, если нужны, то можно будет сделать запрос. Ну, на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. И до скорых встреч. Всем покеда.